Сейчас пугнете. В луже играет и лег. Грязевая ванна. Жевательный. Бодаться будет с этим. Смотри. Да, уши прижал. Угу. Ну, понарошку поиграть хочется. Альпак что-то как-то не в настроении. Подстригли, что ли, да? Через какой-то... Подстригли, конечно. Стал, а то совсем уж какой-то его свалевший сижу. Тренируется, легаться. Да. Я, говорит, натренируюсь и всех залегаю. Не видно, что он страдает от голода. По-моему, наоборот, весь настроение. Не, он просто, по-видимому, веток больше стал есть, молока чуть меньше. Ну, наверное, вообще, мне кажется, так и должно быть. По чуть-чуть поменьше молока, побольше веток, и так постепенно. Достанет это их молока, а перейдет на подножный комплекс. Лужа нравится. Ну, все дети любят лужу близко. Это нормально. В середину лезть. Хрюндель. Может, он там себя увидел и это. Думаю, это другой лось. Давайте подеремся слегка. Грязь не пристает. Какой правильный лось. А? Правильный какой лось, говорю. Красавец. Сослуженными ножками такой маленький. Кажется.